MacS M39. Как сейчас выглядит певица, пережившая тяжелый ковид и месячную кому? Певица MacS M полностью вернулась к активной деятельности. Участвует в фестивалях, гастролирует, руководит детской школой искусств. А ведь ровно год назад артистка находилась между жизнью и смертью. Полтора месяца она пребывала в состоянии медикаментозной комы. Напомним, что в июне 2021 года MacS M попала в реанимацию Московской клинической больницы 52 с тяжелой формой COVID-19. Инфекцию, которая не показывала положительный результат теста, поначалу приняли за пневмонию. Тем временем болезнь прогрессировала. Сейчас певице приходится парировать атаки хейтеров, которые не верят, что MacS M удалось выкарабкаться буквально с того света. Даже врачи отмечают, мой внешний вид не говорит о том, что я бывший реанимационный больной. Видимо, повезло с иммунитетом, с генетикой. Внутри я еще остаюсь зеленым человечком, потому что лекарств было очень много, но снаружи кажется как новенькое. Призналась 39-летняя звезда журналистам. Уважаемые зрители и подписчики, а сейчас минутка женского здоровья. У вас есть недержание мочи. Подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, прыжках, и это доставляет вам большое неудобство. Приглашаю вас на свой вебинар, где мы разберем глубинные связи в теле, и я дам вам пошаговый план по восстановлению здоровья тазового дна через призму комплексного подхода. Вся информация о вебинаре под этим видео.